Старт учебного сезона уже на этой неделе. По традиции школьникам напомнят о соблюдении правил дорожного движения, а водителям о более осторожном вождении. С 1 сентября в Приднестровье стартует профилактическая декада «Внимание, дети!». Водителям с 1 по 13 сентября рекомендуется ездить с включенным ближним светом фар в светлое время суток. Тем, кто за рулем, необходимо быть предельно внимательными к людям, движущимся рядом с проезжей частью. Водителям следует не забывать снижать скорость около учебных заведений и нерегулируемых пешеходных переходов, быть готовыми к неожиданному появлению ребенка на дороге. Как информирует пресс-центр МВД, возле школы, дошкольных учреждений, а также на наиболее аварийно опасных участках дорог выставят дополнительные милицейские посты. В начальных классах учителя напомнят школьникам об основных правилах поведения на улицах. Мероприятие проводится с целью адаптации детей к транспортной среде после летних каникул.